Всем привет! Сегодня у меня вот такой вкусный перекус. Готовить просто, как всегда. Сосиска в тесте. Можно кушать с кетчупом. Приготовьте такой вкусный перекус. Для сосиски в тесте я взяла готовое тесто. Тесто для пиццы. Сначала сосиску разрезала пополам, а потом еще на 7 частей. Все хорошо нужно вот так вот сжать. Слегка посыпала сыром. Готовила в предварительно разогретой духовке до 190 градусов 15 минут. Желаю приятного аппетита. Счастливо. До следующей встречи.